вроде здесь все так элементарно, но все равно разъясним. Ладья атакует слона по открытой линии, этого слона защищает конь. В свою очередь на коня нападает слон с b2. Простым методом уничтожения защитника мы выигрываем слона. Смотрим, слон бьет f6. И черные перед выбором. Или после взятия слона лишиться этого слона, или после отхода слоном, например, слон c6. Тогда просто этот слон отходит на любое поле, и белый остается с лишней фигурой.